Поселок Волжский, 30 декабря 2018 года. Вот кому-то стало на остановке плохо. Кого-то грузит скорая. Подожди. Сейчас подождем кого. Вот мужчине. Ну, вроде бы руки держит. Скорее всего, живой. Вот так вот. Может быть, некачественный алкоголь. Вот еще что-нибудь. Бывает в жизни и такое. Да, под Новый год. Надо следить за своим здоровьем. Да? Вот такие вот дела.